Добрый день, дорогие друзья канала Центр Магнитол. Сегодня я хочу вам записать свой субъективный видеообзор на магнитолу, которая установлена в моем автомобиле. Это двудиновая магнитола. Автомобиль у меня Nissan Almera Classic 2007 года. Автомобиль достаточно старенький. Вот. Не все магнитолы на него подходят, да, то есть потому что переходной рамки найти на такой старенький автомобиль — это дело сложное. Поэтому я решил выйти из ситуации, да, то есть поставить двудинку. Ну, опять же, двудинка двудинки рознь, поэтому, естественно, поставил от нашего магазина Центр Магнитол, вот, от той же самой фабрики Винка. Ну, давайте по порядку, да, что это за магнитол и что вообще у нее внутри. Внутри у нас процессор Spreadtrum на 1,8 ГГц, 8-ядровый. Так, дальше 2 гигабайта оперативки, 16 на борту, жесткий диск. Вот, процессор хороший, процессор был в разработке китайцев и компании Intel. Вот, шустрый, по крайней мере, за полгода то, что я пользуюсь, не подводил меня. Вот, это что касается начинки. Дальше, что очень понравилось, это, конечно же, быстрый запуск. Вот, то, что магнитола при зажигании, да, включается быстро, быстро все загружается, и нет никаких там, да, подлагов и вот этих всех историй. Потому что, опять же, немножко назад вернемся, записывали данное видео, обзор, да, про то, что что магнитолу лучше, конечно, брать с компаний-производителей первого порядка, ну, они же, соответственно, Винка, которой мы занимаемся. Вот, ну, дальше, да, быстродействие, конечно. Первое, за что я полюбил эту магнитолу, это быстродействие. То есть она быстро откликается, быстро реагирует, быстро загружает нужные мне там, да, команды, всякие разные видеоролики, да. Хочу быстро посмотреть, включил, слушаю, да, то есть все отлично. Да, летит доллар. Ограничение на вход в вот кафе и гостиницы. То есть первый плюс, то, что мне очень нравится, это, конечно же, быстродействие. Да, еще покажу немножко навигатор. Ну, навигатор, все вы знаете наверняка, что он очень сильно зависит от интернета. Есть интернет — объезжаем пробки, нет интернета — не объезжаем пробки, все просто. Первый запуск, ну, навигатор — это, в смысле, открытие приложения. Он сейчас подгрузит, да, там карты, и, соответственно, все, мы сможем уже поехать куда мы хотим. Вот, это что касается быстродействия. Дальше. Очень классно, да, и нравится то, что магнитола поддерживает два экрана. Это последний писк, да, то есть за что все ценят. Как это делается? Делается очень просто. Поднимаем шторку. Например, я еду с ребенком в автомобиле, и мне нужен навигатор. Я еду в какое-нибудь незнакомое себе место, а ему хочу, например, поставить какой-нибудь мультик. Да, то есть у меня сын, в частности, любит мультики со вспышем. Все, у кого дети, всем привет. Вот таким образом. Я еду, а он спокойно смотрит мультики. Все замечательно. Надоели мультики. Убираем мультики. Сейчас он подгрузит навигатор. И будет только навигатор. Вот. Замечательно. Дальше. Это что, конечно, оценил мой ребенок. Дальше. Что оценила у меня жена? Как только мы поставили эту магнитолу, мы включили, не помню, какое-то радио. Мы очень часто слушаем DFM. Она сразу такая: о, Михаил, радио стало лучше. То есть она сразу же почувствовала, да, то, что по звуку стало поинтереснее, поприятнее слушать. Это, конечно же, тоже несомненный плюс. Вот. Я, в частности, использую два проигрывателя. Это MTS Music и Spotify. Вот. Недавно зашел на наш рынок проигрыватель Spotify приложение, да, то есть очень нравится. И многие отмечают в нем то, что звук у него получше. Вот. Наверное, связано с тем, что Spotify, наверное, и это не реклама Spotify, не подумайте. Связано с тем, что она заботится, наверное, да, все-таки о контенте, о музыке, которую она подгружает. Ну, плюс я там читал аннотацию, там можно выбрать простое качество, есть получше и так далее.
Вот. Ну, там, не знаю. Не будет понятно, конечно же, по видеоролику, что касается звука, но, тем не менее, все работает, все быстро. Главное, все быстро. Потому что, опять же, вот для меня, например, скорость играет большое значение, потому что у меня автомобиль без кнопок, да, то есть кнопок нет. И мне там, да, лишний раз приходится запускать какие-то приложения, какие-то функции самого экрана магнитолы. И поэтому, если, допустим, я еду на большой скорости, там, ну, не знаю, 80-100 км в час, то, конечно же, если я должен отвлекаться, смотреть на магнитолу, и если у меня что-то медленно работает, то, соответственно, мне это начинает, ну, не нравиться, мягко говоря, потому что я хочу быстро включить и по минимуму отвлекаться от дороги, потому что, ну, сами понимаете, езда – дело ответственное и внимательное. Вот, если что-то долго загружается и тупит, то все, это уже все, это все плохо, я начинаю раздражаться, музыку я какую хотел не включил, там, да, YouTube какой хотел не включил, и все, и вот это вот уже, конечно же, не нравится, поэтому здесь, слава богу, этих проблем нет. Ну, вы видите, да, то есть какой отклик у магнитолы, как она быстро откликается, это важно. Вот, два экрана показал, про звук рассказал. Также вот важный момент, что это Android. Опять же, да, то есть, в принципе, это как про все вышеперечисленное, то, что я рассказываю. Конечно, то, что это Android, это огромный плюс. То, что я могу поставить какой навигатор, какой я хочу, да. То есть, в частности, у меня навигатор, Яндекс.Навигатор используется. YouTube, ну, понятно, у кого нет YouTube, да, то есть разные приложения, да, которые хочу и могу скачать. И меня ничего не останавливает, потому что, ну, в штатных системах не во всех эта история есть. А здесь, пожалуйста, заходим в Play Market и скачиваем все, что нам нужно. Без каких-то, да, там, вот этих вот моментов, что там, чего-то нет, хотим игру, хотим какое-то приложение полезное, музыкальное, TikTok хотим пилить, да, смотрим TikTok, фильмы, ну и так далее. То есть здесь, ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, что касается разговора про Android. Вот. Вот, но это из основного. Из основного, конечно же. Единственное, что мне не понравилось, да, то есть, почему, вот, что мне, наверное, не нравится, но это скорее такой минус. Все дело в том, что это 2DIN. 2DIN, да, и экран небольшой. Поэтому мне бы, конечно, хотелось побольше. Плюс, когда делаешь два экрана, ну, действительно, картинка маленькая. Но, тем не менее, да, то есть, под определенный запрос все это дело работает и откликается. Это, конечно же, есть. Ну, монитор маленький, реально маленький. Но у тех, кого, допустим, как у меня, да, автомобиль, куда ничего не подходит, есть вариант с универсальной магнитолой двудиновой, то здесь как раз-таки вариант то, что надо. Вот. Вот такой мой краткий обзор, ребята, что касается двудинки. Вот ее можно приобрести у нас в центре магнитол. Я лично сам пробовал, да, то есть сам с ней полгода катаюсь. Нравится. Нравится, по-честному говорю. Поэтому все ссылки внизу мы оставим в описании. У кого есть, у кого нет варианта, да, установить какую-то магнитолу там с большим экраном 9-10 дюймов, мы можем предложить двухдиновую. Вот. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и звоните по телефону, задавайте вопросы. Всем всего доброго.